Едино чистая и непорочная Дева Бога без семени рушия, молись спастися душам их. Помилуй нас, Боже, поверися милости Твоей, молим Тебя, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Мы с Вами, в отличие от многих предыдущих наших поколений, имеем такую возможность прийти на это место, вспомнить героев, защитников, самоотверженно сражавшихся 100 с лишним лет назад за свободу нашей Родины, нашей России. Как сказал Карамзин, холодный пепел смерти бессилен перед нашей памятью. И наша память – это то, что делает нас сильнее, сплоченнее, увереннее, мужественнее. Во-первых, это память. Память и долг перед потомками, потому что война 2014-2018 годов, она в свое время была как-то отодвинута, наверное, были какие-то объективные причины, революция, но мы всегда должны помнить и чтить всю свою историю. Тем более такую, как одна из самых крупных войн, которая случилась в 20 веке. И, наверное, то, что сегодня делается, а с 2014 года мы собираемся у монумента, чтобы почтить память тех, кто сражался за независимость России. И, наверное, самое главное, чтобы память, а память бессмертна только тогда, когда она передается молодому поколению. И я верю, что она дальше будет приумножаться, потому что с каждым годом у этого памятника все больше и больше народа. Поэтому все, что сегодня делается, делается именно ради этого. Мы всегда должны помнить свою историю, и мы все должны сделать, чтобы война на нашей территории больше не повторилась. Я, безусловно, ожидал, что будет и людей. Не скажу слова много, но друзья и коллеги мои будут. И погоду ожидал, безусловно. Но вот то, что сегодня я увидел, безусловно, я волновался. И всегда приезжаю сюда раньше. Я стараюсь встретить всех, потому что потом нет возможности, скажем, человеком переговорить отдельно. И сегодняшний день, он, безусловно, ну, хотелось бы думать, что с каждым годом, если не лучше, то хотя бы, чтобы у нас так было на таком уровне. А люди у нас будут прибавляться, потому что те, кто приезжает на посадки, они все узнают о нашем мемориале, все сюда подходят, и уже все новости всегда расходятся. То есть я думаю, что, ну, провидение Божье, что так должно быть. Вот насчет провидения, кстати, лес памяти уберегло, да, вот что-то, люди, провидение, да, от пожара, который был. Ну, многие волновались, да. Как не дали ему сюда дойти. Потому что я вот проезжал вот здесь, вот в этом районе, специально через сгоревший лес ехал, сердце разрывается. Вот эти прогалы, следы бульдозеров, тракторов, всего этого. Я просто представляю, как, что они здесь делали, как они здесь трудились. Ну, нет у меня такой возможности вот участвовать в этом во всем. Ну, душой и сердцем я был, конечно. И радоваться за свое, когда сгорело общее, то все-таки территория очень большая. Это наша общая беда всего нашего города. Ну, не хочется на такой ноте заканчивать. С праздником, наверное. Этот день относится к памятным датам. Все-таки это нападение Германии на Российскую империю. Но я думаю, что в какой-то степени он праздник вот для всех людей, что они имеют возможность вместе быть, единомышленники. Все помнят про своих предков, дедов, прадедов, отцов. И здесь встречаются. И можно было видеть на церемонии возложения лица людей. Thank you.
Теперь полный раздел.